Будущие телевизионщики. Сотрудники телеканала ЛРТ продолжают знакомить учеников 16-й гимназии со своей деятельностью. На этот раз генеральный директор компании Екатерина Дегтярева провела мастер-класс для самых маленьких воспитанников интереса. Подробности далее. Журналист – это не профессия, а призвание горячих сердец. Теперь они знают, что такое эфир, новостной сюжет и как журналистам удается попадать в эпицентр самых интересных событий. Обо всем этом ученикам 1 Г рассказал человек, который знает о телевидении все и даже больше. На примере своего телеканала Екатерина Дегтярева рассказала о структуре работы в средствах массовой информации. Как вы думаете, чтобы приехать и снять сюжет, кто нужен? Будем загибать пальчики, да? Кто нам нужен? Нам нужен кто? Корреспондент. Оператор, конечно, самый главный оператор, который вас снимает. Ребята, в свою очередь, порадовали хорошими знаниями. Многие из них признались, что любят смотреть новости вместе с родителями. Особенно интересно узнавать о событиях, происходящих в Люберцах. Такую встречу с первоклассниками организовали неспроста. В гимназии «Интерес» проходит неделя профессий. А так как в учебном заведении есть собственное телевидение, то ребят решили познакомить именно с этой сферой деятельности. Чтобы окунуться в нее глубже и понять, как проходит творческий процесс, мальчики и девочки приняли участие в съемках социального ролика. Мы уже не первый раз снимаем в гимназии ролики с разными классами, но первый класс, он показал себя на высшем уровне, скажем так. Это было эмоционально, где-то артистично. Им понравилось работать в кадре, и я думаю, что получится очень хороший социальный ролик, и детки положат первое начало своей журналистской профессии, если они ее изберут. Ну и, конечно, юным гимназистам дали возможность почувствовать себя настоящим режиссером и подержать в руках кинохлопушку. После такого мастер-класса несколько ребят решили стать журналистами. Луиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.